Всем привет, друзья! Новый год, и я вот жду свою подругу, когда она придет, и наконец-то мы будем отмечать его, потому что он начнется буквально часов-то нет, через полчаса. О, пришла, пойдемте открывать. Так. Я готова? Я готова. Как дела? А? У меня все окей. В кругу своих друзей. Так, ну пойдем наверх, скоро куранты уже начнем пить. Да. Вот, держи тапочки, одевай, пошли. Осторожно, крутые ступеньки. Только не уплати. Заходи. Ну, в общем, вот моя квартира. Заходи. Маш, какие красивые. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки. Ты сама все украсила? Конечно, я... О, мам. Домохозяйка. Знаешь, что я не сделала? Я не накрыла стол. Я надеюсь, ты мне поможешь. Давай. Давай начнем. Ну тогда пошли за стол. Дай. Ух. Сейчас зажжем свечи и в принципе все готово. Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Tis the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Don we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? У меня новая прическа. Эй, ты самая красивая. Твои прически все мечтают. Хватит его. Знаешь что? В этом ролике все остались живы, но пострадала посуда. Мы разбили 5 тарелок и 3 бокала, и это нам обошлось всего в 500 рублей, вы представляете? А все потому, что мы купили ее в Галамарт. Большой выбор красивой посуды к новогоднему столу по низкой цене. Елки с игрушками, хлопушки и огоньки, все это я купила в Галамарт. Ну реально, там можно найти просто все, что вы захотите. Ссылка на Галамарт в описании. А с тебя лайк и подписка на наши с Нил каналы.